Так ваш брак распался? Нет. А зачем подружка? Ты будешь мне читать мораль? Нет, нет, просто любопытно. Так зачем подружка? С ней можно то, чего нельзя с женой. А почему нельзя с супругой? Эй, она этими губами целует моих детей. С ума сошел? Ясно. В последнее время были стрессы? Как если убили друга. Подходит. У меня полно стрессов.